надо всегда помнить о том, что ты гражданин Республики Беларусь. Потому что, по сути дела, паспорт гражданина Республики Беларусь, он свидетельствует о том, что мы патриоты нашей Родины, патриоты своей страны. И, конечно, символично то, что сегодня вы получаете паспорта в день Конституции. Если у каждого у нас свой индивидуальный паспорт, то мы можем сказать, что Конституция – это, пожалуй, паспорт всей страны, поскольку он определяет лицо нашего государства. Поздравляю вас с этим замечательным днем, с Днем Конституции и с Днем вашей гражданской зрелости. Сегодня паспорта вручают главные высшие должностные лица Республики Беларусь здесь вот в Конституционном суде. Это, конечно же, очень памятно. И более того, мы общаемся со всеми теми ребятами, которые получали паспорта 5-10 лет назад, и они вспоминают до сих пор этот день и через всю жизнь несут не только воспоминания, но и, как уже говорил сегодня, вот эту вот внутреннюю ответственность за судьбу нашей страны. Если каждый белорус будет осознавать, что именно от него зависит созидание, сплочение, единение нашей страны и, самое главное, настоящее будущее, только конкретными делами, тогда действительно мы сможем продолжить строить нашу любимую, красивую Беларусь. Когда уже заходишь в это здание суда, мандраж, руки трясутся, просто холод по всему телу, но эти эмоции, они действительно оправдывают это волнение, потому что это прекрасно находиться в этом месте, испытывать такие эмоции, получать паспорт от столь важных личностей в нашем государстве, это прекрасно. Это было очень волнительно, но в то же время почетно. Это серьезное мероприятие, которое оставит такой большой след в биографии и в жизни.